красота! Какие приплясы! Какие подпрыгивания! Какое чувство и чудо! Эта музыка, она способна вылечить от любой депрессии. Я вообще не знаю, много ли музыки такой радости на земле. Понимаете, она искренняя. Она счастливая. Но, как сказал Герман Гессе, никто из нас не знает о смерти так, как Бах. И никто из нас не верит в бессмертие так, как Бах. И еще одно, самое великое чудо. Градации музыки Баха столь велики, что я сейчас хочу вам показать после этой буйной радости, после сонма ангелов, после вселенной, после танцующих звезд. Я хочу вам показать одиночество и тишину, как ее выражает Бах, достигая самых больших глубин. Это такая мысль, углубленная, еще не готовая к контакту с кем-то другим, мысль, которую невозможно передать, сделать всенародной, всеобщей, социальной. Это человек, равно великий космосу и равно великий Богу, но он один. Красота этой музыки неописуема. Это вторая часть четвертого клавирного концерта Иоганна Себастьяна Баха, концерта фа-минор, медленная часть. И я хочу показать вам одно удивительное баховское начало, когда рояль поэта бессмертия души, а скрипки щипком отсчитывают неумолимые секунды жизни. Это очень характерная барочная медленная часть. Такое есть у Вивальди. Такое есть у других гениев итальянского барокко. И вершина этого всего – Бах. Мелодию, которую сейчас запоет рояль, трудно с чем-нибудь сравнивать. Настолько она совершенна. Давайте мы сейчас ее услышим. Thank you.
Когда-то, когда я слушал музыку Баха, я подумал о том, что это мелодия на все времена. Вы слышите, что сейчас происходит? Это медленная часть из скрипичной сонаты номер 3. Все фестивали мелодии 20 и 21 века ничто по сравнению с этими мелодиями Баха. Да, они, собственно, они послужили образцом для всех последующих идей. Слышите? Thank you.
библиотеке Баха были книги Лейбница. Бах читал этого сложнейшего философа, одного из самых сложных в истории человечества. И в одной из книг рукой Баха была отчеркнута мысль Лейбница, может быть, величайшая, что когда-либо было написано о музыке. Есть несколько переводов, мой самый любимый вот. Музыка – скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная. Есть другой вариант перевода. Скрытое арифметическое упражнение души, не умеющей себя вычислить. Мне кажется, это не совсем точно, потому что немножко глубже, которое вычисляет, не задумываясь о числах. То есть, понимаете, это глубже. Вычисляет, сама того не зная. Через музыку вычисляет душа. Мозг вычисляет через цифры, через логические понятия, а душа через музыку. Это вообще божественное определение. Это грандиозное определение. Когда-то в детстве или в подростковом возрасте я впервые прочитал эту мысль у Лейбница, а потом прочитал, что Бах знаком был с творчеством Лейбница. Я написал стихотворение. Оно несовершенное, но в нем есть, на мой взгляд, очень важная для меня, для последующей моей жизни, мысль. Я прочту вам его сейчас. Я понял, в чем трагедия таится. Ты вычислял, а людям спать хотелось. Но важно было не остановиться и не понять, что дух в тюрьме у тела. Все засыпали, знали фразы, ямбы, а умирая, словно забывали. Но как ты знал, что смертные люди, дамбы, дома, вселенные, зато бессмертны дали, и, создавая фуги и таккаты, ты точку, словно милостыню, выжил. Сегодня сыт и счастлив до заката, а завтра вновь игра, и снова выжил. И вновь к органу старый путь проложен, и вновь в мехах воздушная тревога, и, кажется, созвучие из-под кожи, но голова играет только с Богом. Thank you.
какая музыка, вычисление, когда мозг не спит и пытается постичь тайну бездны, тайну жизни и смерти, и печаль моя светла, как писал Александр Сергеевич Пушкин. Какое количество состояний в одно и то же время рождает музыка Баха. Вот это было как бы блуждание в темноте. Туда, нет, туда, нет, дальше. И мысль работает, проникает, идет до бесконечности, открывает какие-то невиданные глубины. Баха нужно слушать всегда. В любой момент, когда у вас что-то не то, или когда у вас все очень хорошо. И очень важно слушать осенью. Он осенний композитор, но и весной. Потому что он пробуждает. Его нужно слушать. Как только человек понял, кто он. 14, 15, 16 лет. Его нужно слушать перед самым уходом из этого мира. Потому что, слушая его, мы понимаем, что уход фиктивен, иллюзорен, потому что мы на баховской музыке учимся осознавать бессмертие человеческого духа. И это не слова, это правда. Вот послушайте сейчас минутное вступление оркестра к кантате, название которой переводится так: «Христос лежал в объятиях смерти». Послушайте, как за одну минуту Бах дает нам энциклопедию человеческих чувств. Все спрессовано, как в черной дыре. Плотность вещества невероятная, но и глубина и красота невиданная. Знаете, что напоминает мне такая музыка? Японские хокку или хайку, когда в течение 60 секунд сказано так много, по времени это заняло так мало, и сколько же там измерений. Давайте сделаем такое чудо, послушаем эту минуту еще раз. Второй раз вы услышите эту музыку совершенно по-другому. Thank you.
почувствовали невероятное. Второй раз это звучало по-иному. Третий, четвертый, пятый — это будет звучать всякий раз по-другому. Те, кто слушает Баха, это понимают, это знают. Он настолько многогранен, он как сам Бог. Освещает планету всеми спектрами, всеми цветами спектра, всеми цветами радуги, всеми возможными дождями, метеоритами и дождями, дождями жизни. А вот вслед за этим, в этой же кантате, звучит хор под названием «Христос лежал в объятиях смерти». Послушайте его и попробуйте подумать, как это сделано у Баха. Thank you.
Помните, что я сказал перед началом музыки? Подумайте, о чем это, что это? Христос лежал в объятиях смерти? Вы скажете, наверное, Бах сошел с ума. Или временное помутнение. Или он просто лишился возможности описывать реальные события. Ведь Христос лежал в объятиях смерти. Мертвый Христос. Что делает господин Бах? Он же дает практически активную, подвижную, энергичную, радостную, веселую музыку. Почему? Ну, по той же причине, по которой в русских иконах, новгородских и псковских, в Успении Дева Мария одинаково лежит на смертном одре, вокруг нее ученики Христа, апостолы. В псковской иконе кукла Девы Марии спеленута сверху во втором измерении, а в новгородской огромное количество ангелов, которые уносят душу Девы Марии в вечность, в небо. То есть в одно и то же время оплакивание. Вот здесь они склонились над Девой Марией в этих знаменитых позах трагических, канонических, византийских. А вот там свет, радость. У новгородцев было вече, поэтому у них больше неба. И внимание к ангелам, и к полету, и к душе, которая летит в вечность. У псковичей было немножко по-другому. Поэтому псковская икона Успения – это, как правило, концентрация на смерти. Что делает Бах? Он все заранее знает. Он знает весь сценарий. И этот Христос, лежащий в объятиях смерти, не что иное, как ракета, которая абсолютно неподвижна и готовится к полету в космос. И почувствуйте, как Бах мыслит удивительно, нетрадиционно. С другой стороны, вообще Бах тоже представитель барокко, а барокко – это театр. Представляете себе, вся планета поет, все переговариваются друг с другом, все радуются. Почему? Потому что Христос лежит в объятиях смерти, но все знают, что он готов к полету. Вот это ощущение баховской музыки, которая говорит не только о том, что сейчас происходит, а как бы говорит о будущем, оно непередаваемо. Но как глубок Бах, следом за радостной музыкой всего человечества, следует музыка-дуэт. Сопрано и альт. Это уже персональное восприятие. Они не сценаристы. Они не Бог-отец. Они люди. Это голоса скорбящих отдельных людей. Послушайте, какой контраст. Все человечество радуется и ликует, то, что вы только что слышали. А альт и сопрано печалятся. То же самое событие. С другой стороны, господи, это же фильмы Тарковского. Это фильмы Феллини, это его Амаркорд. Это фильмы Бергмана. Бах – самый остросовременный мыслитель. Каждая минута общения с Бахом – дает нам гигантское количество мыслей и информации. Это еще один шаг к Нобелевской премии, к мышлению во всех отношениях, во всех направлениях. Не удивитесь сейчас голосу, который будет петь сопрано. Это мальчик. Голос альта – это мужчина, контратенор. Послушайте, как необычно. Сначала кто-то отпрянет, вам покажется, что голос мальчика, если не знать, что это мальчик, вам покажется, что это недостаточно хорошо поющая женщина. На самом деле, вы потом прислушаетесь и поймете, это просто ангельское пение. Thank you.
как известно, Der Bach по-немецки ручей. И Бетховен сказал здорово: Das ist kein Bach, das ist Ozean. Это не ручей, это океан. В океан баховской музыки мы будем заплывать не раз. Это только крохотные фрагменты, несколько капель из этого океана. Я обнимаю вас музыкой, ваш Михаил Казиник.